Я не знаю, что можно сказать по анонсу четырехзвездного персонажа. Ну, наверное, самое интересное то, что это киллер и квантовый. Жесть, гармония квантовая. Будет очень забавно, если она будет одновременно с У Сюань в баннере. Того у нас и танк, или щитовик, и хиллер одновременно. Это я сказал гармония. Изобилие. Да, изобилие квантовая, жесть. Это прикольно. То есть, по факту, можно, да, монопачка с волком, зелькой, хиллером и щитовиком. Все это просто... Просто в любой контент абсолютно, да. Правда, кто бафать зелье будет еще, чтобы дамажить. Да. Ну, кроме того, что враги под минус защитой сидят. Короче, прикольно на самом деле то, что если она действительно будет в баннере с Фусюань, ее можно будет либо ее покрутить, и тогда Фусюань не очень нужна, потому что хоп, и плюс квантовый хиллер. Либо наоборот выкрутить уж легендарочку и квантового хиллера, типа, можно и в другую пачку, допустим. Не знаю. Будешь ли Фусюань выбивать? Я думаю, что я сделаю Фусюань круток 10, 20, может 30, как в генерала, например. Посмотрим, потому что сколько-то круток будет, это по ситуации. Как минимум, рысь я бы попробовал выбить, наверное. Вот, а так в целом, что можно сказать? Ну, миленькая довольно-таки, шапка у нее прикольная, вон здесь рысь какая-то прячется. Сидит, рыбу ловит. На северное сияние смотрит. Красиво, прикольно. Семья Ландау говорит, все довольно просто. Если хочешь что-то сделать, то просто идешь и делаешь. Младшая дочь семьи Ландау и одна из лучших исследователей зон экстремальных условий в Белобоге. Очень способна, хоть и ленивая, она притворяется замкнутой, чтобы избежать ненужного общения. Какое общение ненужное? Разве оно не все ненужное? Да. Прикольненько. И придет тебе ранее Байлу. Да Байлу мне еще на кавке может выпасть. Я отдаю себе отчет. Может и гепард. Поэтому все может быть. И тогда, может быть, они мне не понадобятся. Вот и все. Да, вот миленько, прикольно. Ждем. Можно будет покрутить хотя бы ради четырех звездки. Норм.